Она, кстати, была распродажей. Да, вот. А? Знаешь, наверное, нельзя продумать. Почему? Не знаю. Вау! Прикольно! И Маргарита... Ты готов, мам? Всем привет! Пока девчонки в школе, мы решили поехать съездить в магазин, купить немножко одежды. Все, Бончик, пока! Максу сегодня в садик не нужно, поэтому мы с собой берем его. Они уже выросли. Нужно штанишки взять. Вот. Поедем, быстро съездим. 9:40. До 11:30 у нас есть время. Приехали. Куртку будешь надевать? Нет? Давайте. Идем. Я так думаю, придется масочку надеть. Да? Будем взять маску. И... все. Маску надели? Смотри. Да. Все, мы взяли вещички. Пойдем. Нет, я работаю. Даже взяли для Хэллоуина. Здесь вот есть Билли Айлиш. Мы уже взяли Ксюше такую Билли Айлиш. Зеленый. Все. Тут везде все тыковками украшено. По-осеннему. И там тоже. Маску можно снять. В торговом центре все в масках ходят. Уже прям строго-строго. Немножечко закупились. Взяли штанишки, кофточки. Потом приедем, покажу. Как всегда, садится батарейка. Он сам несет. Скажи, я сам буду нести, да? Свое. Опа. Опа. Тяжелая же сумка. Бончик там наш ждет. Где наш Бончик? Бончик, опять она носки разбросала. Эти носки таскает. Очень любит с носками играть. Бонни! Это динозавр. Да, динозавр. Ух, какой динозавр. Твоя кофточка. Вот. Кофточка такая вот. Утепленная. Дальше что это? Это Каролины. Каролины лосины. С такими пайетками. Мы костюмчик купили на Хэллоуин. Смотрите, какой скелет. Костюм скелета. Они еще со скидками были. Он тоненький, его нужно прям надевать на кофту теплую, на штаны теплые. Он, наверное, светится в темноте, а может и нет. Надо посмотреть. Мам, как надевать? Это маска. Даже маска есть. Ты сначала капюшон сними. Капюшон. Вот так вот. Вот так и вот так. Да подожди ты, Макс, подожди. Во, глазки должны попасть в дырочки. Ух ты, круто. Пожи папу напугай. Лео, Вера. Вот и у Каролины такой же костюмчик. Одинаковые. А то Маргарите и Ксюше купили костюмы. Кстати, они должны скоро приехать. Я надеюсь, успею до субботы. Да у девчонок есть, а у младших нет. Нравится? Пойдешь на Хэллоуин? Все тебя испугаются? Бонь, я тут пиццу кушаю. Она за мной ходит, облизывается. Ты пиццу хочешь? Голос. Что она делает? Воня, голос. Садится. Голос. Что она сделала? Бумажки порвала? Что у нас тут еще есть? Так, это взяли Каролине штанишки.
такие джинсики. Они как вельвет, да, вельветовые. Ой, тут даже рисунчик какой-то есть. Вешалки. Вот мой. Ой, а что это такое? Почему здесь вешалка отпечаталась? Я думала, что это рисунок такой. Ничего себе. Нет, это вешалка отпечаталась каким-то образом. Может, их постирать нужно будет? Ничего себе. Я, видите, я подумала, что там какие-то узоры. А это вешалка отпечаталась. Вот это да. Наверное, постирается, да. Вот ее нужно постирать. Нормально тебе. Я специально тебе немножечко большие купила, чтобы ты растешь, как не знаю кто. Так, вот такая вот кофточка с зайкой. Симпатичная. Так, вот тоже вельветовые. Цвета красивые. Ну, тут нормально. Интересно, я подумала, что это рисунок. Я даже не заметила, что это вешалка. Да. Так. Вот Каролине тоже костюм на Хэллоуин. Вельвет. Интересно, светится он или нет? Нужно пробовать. Она, кстати, была распродажей. Да, вот. 15,95. Так, вот еще Каролине джинсики. Такие вот. Вот. Так, это еще Максу штаны. В общем, там было 3 штуки за 2, получается. И вот я ему купила 3 штанишек. Еще вот такие вот. В садик ходить. И Маргарите вот такой вот кардиган. Она очень давно хотела кардиган. У меня есть 2 кардигана. Она все просила. Говорит, мам, купи мне. А размера ее не было, чтоб не такой длинный был, укороченный. Вот такой вот кардиганчик. Она давно хотела уже. Сейчас, конечно, уже холодно в нем, но на весну пусть будет. Хочу попробовать вот такую вот лазанью. Она уже готовая, продается. Папа купил. Здесь вот на 3 порции. Свининка. 30 минут в духовке. Вот уже поставила. Посмотрим, как получится. Вкусно, невкусно. Время 11:30. Девчонки придут скоро. А я пока тут приберусь, уберу все, порядок наведу. Маргариту встретила по пути? А-а-а. Она бежала, как сумасшедшая. Она забыла вчера дать расписаться. У девчонок, когда тесты девчонки пишут, получают оценку, им нужно расписаться обязательно на листочке, что родители посмотрели. Это мы съездили в H&M с папой, покупали. И Маргарита прибежала, как это, мама, мне нужно до 12 успеть, распишись. И расписалась, она полетела. Что, оторвали? Игрушка. Ну, догадай, какую. Билли Айлиш. Спасибо. Пожалуйста. Тебе ничего, Бонь. Зелененькая. Киса. Какая тебе киса? Я кошечку хочу. Купи. А? Знаешь, наверное, Хэллоуин нельзя праздновать. Почему? Не знаю, что такое. Ну, мы дома будем праздновать. Где маска? Ну, чем костюмы купили? Ну, где-то нельзя. Какой? Откажут, не знаю, такая, наверное, тетя такая. Я надеюсь, не запретят. Почему-то я не подумала, что могут запретить Хэллоуин. Ну, может быть, просто не собираться кучей? Или все равно? Может... Вы же будете по домам ходить. Прикольно. Ну-ка, покажись. Круто. А ну-ка, пойдем посмотрим, светится в темноте или нет. Было бы прикольно. Если бы светилось. Но мне кажется, нет все-таки.
А может... О, да, она светится! Ну-ка, ну-ка, подожди. Ну-ка, вау! Прикольно! А на камере посмотри, как будто бы это очень ничего не видно. Ну-ка, поверни сюда. Обалдеть. Нормально? Ну-ка, повернись. Мира! Угу. Ну, сейчас, наверное, уже холодно в этом. Ну, на весну. Мира! Весной будешь ходить. Тут кармашки. Кармашечки есть. Не сильно большой, нормальные рукава? Нормально? Ну там получается 12-14 лет. Пожалуйста. Еще один скелетон. С косичками. Что за танец такой? С Fortnite? Вот такая вот лазанья приготовилась. Сейчас попробуем, вкусная или невкусная. Макс с Каролиной такое не едят. Почему не будешь? Попробуй. Не любишь? Нет. Ты тоже не любишь? Они потом навсегда остаются? Это все вместе? Да. 18 франков? Угу. Офигеть! Что за рыбка такая костлявая с костями? Это моя рыбка. Я всегда хотела рыбку. Ну, такая симпатичная рыбка вообще. Глазастая. А это что? Оружие? Да. Биться этими рыбками? А бантик это что? Просто украшение? А еще девочка там есть? А, это рюкзак? Это бургер. Господи. А это свой рюкзак. Сколько там их? Четыре. Четыре? Скелетики мои. Будем расплетаться? Да. Да. Да, да, да. Ой, так. Сама будешь? Тебе помочь? Будешь кудрявая сейчас? Да. Тут сюда резиночку положить. Или вот сюда. Где-то косичек. Будем маленький. А там все готово, да? Да, с одной стороны уже все готово. Вот так вот. Вот так. Такая, знаешь, на шевелюра у тебя выглядывает из скелета. Ну-ка, вернись. Волосатый скелетон. Да? Львенок маленький. Все, иди. Блин, ты чего, правда собралась в этом костюме на улицу идти? Никого не напугаешь, Бонь? Подожди, ты уже гуляла. Вот я тоже так думаю, что испугаются и разбегутся все. Какое солнышко у нас вышло. Красота. Все, куда ты? Не пущу тебя, ты убегаешь. С этим танцем. Дети ушли. Это замечательно, потому что я могу спокойно порядок навести. Хочу пропылесосить пол и помыть. Бонь!
Мне мешать никто не будет, ходить никто не будет, топтать никто не будет. Только Бонни. Да? Все. Маргарита ушла на занятия по черлидингу у нее сегодня. А завтра... Нет, а после... в пятницу у нее занятия по гимнастике. А сегодня у нее черлидинг. Скоро придет уже. Нет, Бонни, я тебя не отпущу, ты уже гуляла. Нет, нет. Ты убежишь. Ты такая хитрая лиса. Так, мы на трамплине. Ой, ну на батуте. Играем в мячик. Ой, мамочки. Вот так. У тебя краска совсем уже смывается. Еще раз помоешь голову и все уже. Тут тоже? Тут ярче. Почему? Ау! Стреляет. Подожди. Чего ты хочешь? Чего? Мороженое? Уши. Мне придется потом всю кухню мыть. Как она стреляет во все стороны. Ой. Что ты прыгаешь? Что ждать, на? С мороженым попробуйте, вкусно. Уже пробую. Потому что они сами по себе, они соленые, да, заметила? Вот эти? Да. Они соленые сами по себе, они не сладкие. Их потом можно либо пудрой, либо с шоколадом, не знаю, еще, либо с мороженым. А они сами по себе соленые, тесто не сладкое. Они не чистые. Чистый стакан я с него пила. Что? Да, я с него пила. Так что можешь пить. А зачем тебе шапка? Ты в ней спать будешь? Так, у Макса опять истерика. В садик не хочет идти. Все, укрываемся. Ну все. Как первый раз. Каждый раз, как первый раз. Слезы, истерики. Все, спокойной ночи. Телефон убирай. Все, спокойной ночи. Пока. Все, готовы? А, это ты себе... Ты что, вся в зеленом пойдешь? Резинка зеленая зачем? А это что? Это тоже? В общем, все наденешь, все, что у тебя есть. Вся зеленая. У тебя уже не получается с твоей стрижкой. Ладно, все, пока. Пока. Так, пойду Макса успокаивать. Ладно, всем спокойной ночи. Всем пока.